приветствует программа «Неспешные шаги». И мы продолжаем наше путешествие по родному городу. Мы находимся на самой длинной улице города Азова, на улице Московской. Смотри, Кулема, слева и справа два нарядных симметричных здания. Это торговые ряды. Построены они перед Первой мировой войной по проекту архитектора Аронета. И сейчас, столетия спустя, на старых стенах торговые вывески. Вокруг офисы, кафе, магазины. Леша, кстати, а где Кулема? Мы ее потеряли. Люди, вы Кулему не видели? Девочку здесь не видали? Ее Кулема зовут. Но может быть она там? Фух, наконец-то нашли. Эх ты, Кулема. Выходи. Да, я отсюда не выйду. У меня примерка. Вы вон какие красивые в кадре. А я, в чем бабка Агафья нарядила, 300 лет ношу. А я тоже хочу модно выглядеть, креативно. Дорогие ребята, мы объявляем конкурс, кто нарисует новый наряд для нашей Кулемы. Присылайте ваши рисунки на наш электронный адрес, который вы видите на экране. Или кидайте почтовый ящик на центральной почте. Да, и поспешите, пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь. А это закладной камень первому русскому генералиссимусу Алексею Семеновичу Шейну. Он командовал русской армией во втором Азовском походе. А я думала, что первым генералиссимусом был Александр Суворов. Значит, я ошибалась. Живописная лужайка за торговыми рядами усеяна оригинальными скульптурами. Кулема, эти скульптуры были выполнены молодыми скульпторами России. Ну и ну. Вот так показали. Сохранить эти скульптуры – долг чести каждого горожанина. Обезобразить эти творения наши жители этого города не могли. Это гопники. Гопник – это городской обычный парень. Да, но парни нашего города такого сделать не могли. Это инопланетяне. А что думаете вы по этому поводу, наши телезрители? Мы находимся на площади, где в 19-м начале 20 века располагалась соборная Успенская церковь. Главный храм Азова. В 1771 году она была деревянная, а с 1847 каменная, с 25-метровой колокольней и вмещала 3000 горожан. Этот храм был разрушен в 30-е годы, а сейчас все восстанавливается. За эти две передачи нами было пройдено 293 шага, а впереди еще Петровская площадь. В 19-м и начале 20 века здесь, за оградой Успенской соборной церкви, располагался огромный базар.
Здесь продавали игрушки, лубочные картинки, корзины и посуду. Были на базаре даже каменные магазины и цирк Шапито. На деревянных лотках мясо, овощи, фрукты и рыба. Рыбу мерили пудами, а икру ведрами. Рыбой даже топили печки холодными зимами. Нераспроданную рыбу назад не забирали. А зачем? Ведь завтра наловят и принесут новую. Оставшуюся на лотках рыбу разбирали бесплатно все желающие. Рыбка, скажи, пожалуйста, без чего нельзя представить Азов? Ну тогда вы скажите, без чего нельзя представить город Азов? Без рынка, без рыбы, без такой. Скажите, пожалуйста, без чего нельзя представить Азов? Без этого, Петра Первого. Ну, без Дона, без нашей реки. Без рыбы, вот, без рыбы. А скажите, пожалуйста, а что правда такая большая рыба в Азове водится, в Дону плавает? Плавает, но уже, к сожалению, редко. А можно надеяться, что все будет к лучшему, и рыба в Дону появится опять? Надеемся, потому что, в общем-то, у нас рыбколхозы есть, которые разводят рыбку и выпускают в Дон. Дорогие взрослые, уделяйте большее время экологии, а то нашим детям не видать рыбы. Смотри, Кулема, вот такие вот рыбки золотые не водятся у нас в Дону. Почему? А я думаю, что водятся. Загадаю желание. А какое желание ты загадаешь? Я загадаю желание, чтобы в Дону была всегда рыба, которой славится город Азов. Наша передача подошла к концу. Встретимся через неделю в School TV Show. Ждем ваших писем о событиях, происшествиях, которые происходят с вами, вашими друзьями на улицах нашего любимого города. В вашем дворе, школе, подъезде. И, конечно, присылайте мне рисунки обо всем, что вам интересно. А мне интересно все. Почтовый ящик Улемы находится на главной почте города. Или пишите мне на электронную почту. Mm-hmm.